В Северском сельском поселении продолжаются работы по благоустройству. Одно из главных направлений – ремонт дорог и тротуаров. На сегодняшний день ведется ремонт тротуара по улице Школьной, на участке от улицы Ленина до 50 лет Октября. Протяженность объекта – 555 метров, стоимость – около 2 миллионов рублей. Работы стали возможны благодаря софинансированию из краевого бюджета.